Всем привет! Встречайте новую коллекцию одежды премиум. У нас сегодня будет все в фиолетовом и сиреневом цвете. В общем, нам фиолетово. И первая модель — это в юбочке с разрезом. Юбочка прямого силуэта, без пояса, на подкладке. И следующий — это вязаный джемпер вот с такими декоративными элементами. Их можно отстегивать при стирке, они не будут абсолютно мешаться. И когда надо принарядиться, то можно их опять будет прикрепить. И посмотрите, вязаная юбочка, она прямого силуэта. К низу карандашом, зауженная, из рифленого трикотажа. И еще кофточка к ней идет, такой V-образный вырез с длинными рукавами и впереди асимметричный узор. Очень приятно телу, что юбочка, что вот этот джемпер, прям не хотелось себя снимать. Комфортно, очень комфортно в нем. Посмотрите, какая красота! Джемпер с пайетками. Они выложены в виде таких перьев. Прямой силуэт, круглый вырез у кофточки, длинные рукава и есть еще подплечики. Ну и наша зажигалочка, она даже здесь ведет себя ярко, уверенно в таком трикотажном платье. Из вискозы, приталенный силуэт, круглый вырез, длинные рукава и застежка на молнии сзади. Джемпер из бархата, прям хочется сказать, из панбархата, с V-образным вырезом. На рукавах, горловине и по низу изделия идет резинка. Очень джемпер хорошо вот смотрится с этой юбочкой. А юбочка вообще это подходит к любой кофточке, к любой блузочке и к любому джемперу. Такой универсальный вариант. Модель предыдущая демонстрировала нам уже эту юбочку. А сейчас вязаное платье прямого силуэта с круглым вырезом, с длинными рукавами. Мне тоже в нем очень было комфортно, очень приятное к телу, но совсем не колется, совершенно. Как бывает обычное вязаное платье колючее, это ничего. Вот это платье ничего подобного. В этом костюмчике я вам уже рассказывала, а я его демонстрировала только в большом таком размере. А сейчас Алена представляет размер 46. Тоже красиво очень смотрится. Блузочка из вискозы с несъемным шарфом, который можно завязать бантом или галстуком. Блузочка прямого силуэта. Воротник идет стоечкой, с застежкой на две пуговицы сзади. Пуговицы очень мелкие, сложно застегнуть. И на рукавах тоже пуговицы, к сожалению, мелковатые. Очень-очень удобно застегивать. Сапожки из эко-кожи с клиновидным каблуком. Они отличаются устойчивостью и, конечно же, выглядят очень стильно. Вязаный джемпер с косами прямого силуэта. Воротничок идет стоечка с длинными рукавами. Анечка сказала, что он тоже очень приятный к телу. В
Вот такая блузочка из вискозы. Нарядненько, празднично так смотрится. Прямой у нее силуэт. На рукавах идут эластичные резинки, такие воланы. И центральная застежка на пуговицах. Но мне эта блузочка, к сожалению, была маленькая, и пришлось ее вернуть обратно. Закажу себе побольше размера. Вот такие брючки сиреневые, мне в них было очень комфортно. Пояс на такой эластичной резинке сзади и застежка на молнии пуговице. Здесь решили показать, как эта кофточка смотрится с сиреневой юбочкой. Как, посмотрите, она гармонирует. Как, даже я бы сказала, праздничный такой наряд получился. Уж очень Алена в нем была хороша. Вот эту желтенькую блузочку решили показать еще с такой жаккардовой юбочкой. Юбочка с узелковым орнаментом прямого силуэта. Она без пояса, на подкладочке и застежка на молнии сзади. И платьишко из жаккарда тоже с узелковым орнаментом. Приталенный такой силуэт с запахом. Укороченные у этого платьишка рукава. И застежка на молнии сзади. Красиво очень смотрится. Дорого-богато. И водолазочка из рельефного трикотажа. Такая у нее как шелковистая, как будто бы вискоза. Красивая, приятная к телу. Облегающий такой силуэт. Ну, классическая длина рукава, длинные рукава. Очень комфортно в ней. И полушубок из эко-меха с поясом. Он такого прямого силуэта. Воротничок стоечка идет. Есть два боковых кармана. Застежка на молнию. Впереди еще у нас такой поясочек, ремешочек. Очень комфортно в этом мне полушубке было. Я, конечно же, его оставлю себе. Он такой приятный, нежный. Вот уютненько-уютненько в нем. Могу порекомендовать всем. Мне прям захотелось в нем перед вами позаигрывать, пококетничать, поиграть, так как он мне сразу лег на душу. И утепленное стеганое пальто с таким съемным капюшоном. У него полуприлегающий силуэт. Воротничок стоечка, есть два карманчика, длинные рукава с манжетами, рукава на такой резиночке, застежка на молнию и вот такие потайные кнопочки с внутренней такой ветрозащитной планкой. И у него водоотталкивающая пропитка. Вот для меня такой плащ-пальто, показалось, что я могу даже в нем ходить зимой, потому что в нем 100% акрил, и оно такое теплое-теплое. Прям думаю, что вариант на зиму точно пойдет.
и еще один полушубок из Экомеха, но только в желтом цвете. Посмотрите, как шикарно он смотрится. Как шикарно смотрится он на Алене. Сделали вывод, что надо брать на размер меньше. Особенно для дам с непышными формами на размерчик, а то и на два. Ну, на размер точно надо брать меньше. В показе участвовали модели 42, 46, 48 и 56 размера. Ну все, до новых встреч!